Привет! Разминка перед тренировкой на все тело. Нам понадобится резина, ну а если нет резины, мы будем выполнять те же упражнения, только без резины. Руки мы располагаем на поясе, либо вдоль туловища, как тебе удобно. И сначала мы выполняем подъемы на носки. Ноги расставляем на ширине пояса и выполняем подъемы на носки. Все упражнения мы выполняем от 10 до 20 повторений. Главное, чтобы тот регион, который работает, хорошо разогрелся, ты ощутил тепло, и вот в этом как раз и заключается разминка. 5, 6, 7. Главное выполнять подъемы на носки в максимальной амплитуде. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. Следующее задание. Мы остаемся в том же положении. И выполняем небольшие наклоны вперед. Колени можно немного сгибать. Главное за ягодицами удлиняться назад и ощущать небольшое растяжение в задней части бедра. Также от 10 до 20 повторений. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 5 повторений. Раз, два, три, четыре и 5. Класс. Остаемся мы в том же положении, добавим упражнение для плечевого пояса. Мы выполним круговые вращения с подъемом на носки. И уже в этом, даже простом упражнении, мы стараемся хорошо контролировать поясницу мышцами пресса. Количество повторений тоже. От 10 до 20. И 5 повторений. Раз, два, 3, 4 и 5. Супер! Немного усложняем задание. Ставим стопы на одну линию. Небольшой баланс уже есть. Таз стабилизируем на месте. И выполняем имитацию, как будто мы плывем с поворотом корпуса. Нужно обратить внимание, что здесь добавляется к круговым вращениям руками. Повороты корпуса хорошо работают мышцы пресса. Косы, да и весь корпус начинает работать, и вся группа мышц пресса. И выполняем хорошие повороты. И еще и балансируем. 10 повторений, потому что мы поменяем потом ноги. И еще 10 повторений будет. Главное хорошо поработать ребрами, ну а соответственно мышцами пресса. Таз на месте, и в большей степени двигаемся корпусом. Смена, в другую сторону то же самое. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отлично. Остаемся мы также. Стопы на ширине таза, руки на поясе. И теперь выполняем уже наклон на одной ноге. И выпрямляемся обратно. 2, по 10 наклонов. Главное на одну линию выстроиться и выпрямиться. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смена ног, на другую то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Ноги мы теперь ставим широко. Руки остаются также на поясе. Мы выполняем приседания на одной ноге и за ягодицей потянемся назад и в сторону. Возвращаемся обратно. 20 приседаний. Два, три. Прямо за ягодицей, когда мы удлиняемся назад и в сторону, очень хорошо растягиваются приводящие мышцы бедер. 4,
5, 6, 7. Главное удерживать ровную спину. 8. И хорошо ощущать бедра. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 и 20. Супер! Теперь уже мы переходим на коврик. И поработаем и с грудным отделом, и с мышцами ног. Мы встаем в упор лежа, отталкиваемся от коврика, подставляем одну ногу к ладони и выполняем 5 покачиваний. Сзади стоящую ногу выпрямляем и удлиняемся за макушкой вперед. Смена. Раз, два, три, четыре, пять. Смена. Таких 6 повторений. Три, четыре, пять. Это был третий. Раз, два, три, четыре, пять. Четвертый. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый. И раз, два, три, четыре, пять. Можно перейти на колени. Немного мы отдохнем и перейдем к мышцам спины. Одну ногу отставляем в сторону, другая хорошо погружается в коврик не только коленом, но и носком. Руки мы разводим в стороны и на вдохе выполняем равномерное боковое сгибание. И от ребер, помогая себе руками, на выдохе возвращаемся обратно. Выполним здесь тоже 10 наклонов. Два. Вдох. И на выдохе. Три. Вдох. И на выдохе. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, завершающий, 10, смена, вдох и на выдохе, раз, два. Главное, чтобы хорошо ощущались мышцы. Мышцы пресса хорошо ощущались. Ну и, конечно же, мышцы спины. 5, 6, 7, 8, 9. Завершающий. 10. Круто. Далее мы встаем и работаем уже стоя. Завершающее упражнение в нашей разминке. Мы выполним подъемы на носки, баланс и выполним приседания. Раз и вернулись на пятки. Подъем, приседания и вернулись обратно. Главное и побалансировать здесь и хорошо разогреть уже бедра в таком большом движении в приседаниях. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Небольшое усложнение, еще десяточка. Подъем, приседания, руки над головой, баланс. Выпрямились. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Финишный. 10. И в заключение мы поработаем еще с кистями. Небольшие круговые вращения кистей. Для того, чтобы они тоже хорошо разогрелись. 10 круговых вращений в одну. 10 круговых вращений в другую сторону и в другую. Хорошо. Поработаем с плечевым поясом. Одну руку мы заворачиваем максимально в одну сторону, а другую в противоположную. И на это закручивание выполним повороты головы. Прям максимально пытаемся от плечевого пояса провернуть руку. И так сделаем от 10 до
20 повторений. Чтобы хорошо и плечевой пояс в конце у нас тоже разогрелся и был готов к каким-то более сложным координационным, ну и в целом, может быть, силовым упражнениям к тренировке, чтобы он был готов. Супер! Мы в целом хорошо разогрели наше тело. Если сейчас будет тренировка, связанная с ловкостью, либо ну как? А если у нас силовая сегодня, то можно переходить к основной части. Для разминки с мячами нам понадобится два теннисных мяча. Первая задача – небольшой присед. Бросаем мячи над головой и перед собой. Небольшой присед и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И завершающий 10. Супер. Следующее. Мы встаем на одну ногу в небольшом приседе и поочередно бросаем правый и левый мяч. 10 секунд примерно, либо 10 шотов. Смена ног и на другую то же самое. Загрузится здесь бедро и в то же время мы поработаем над каким-то отвлеченным движением. Ну и добавим немного ловкости. Такие даже простые упражнения, они хорошо включат нервную систему и тебя с точки зрения того, чтобы реагировать на быстро изменяющиеся обстоятельства на тренировке, в играх, где бы то ни было. И финишное упражнение. Мы ноги ставим широко, бросаем два мяча и ловим двумя руками. Раз, два. Главное здесь глубоко сесть и немножко потянуться. Хоп, хоп. Можно прям в разные стороны, хоп, хоп. Но уже хорошо загрузить бедра. Даже можно сесть глубже, чем обычно, чтобы хорошо потянуться и разогреться уже, ловя мяч. Хоп, к примеру, в таких ситуациях, либо даже вот в таких. И это будет хорошим завершением. Вот что-то похожее. Хоп, хоп, хоп. Три упражнения на ловкость, но они хорошо завершат нашу разминку. Хорошей тебе тренировки!